Приветствую всех, кто сегодня вместе с нами, кто проснулся, кто улыбнулся и кто наполняется солнечным светом для того, чтобы зажигать других людей. И мы начинаем нашу тренировку, как обычно, каждое утро в 8 утра тренировка йоги смеха. И чем же отличается йога смеха, например, от смеха зарядки? И при смеха зарядки, при йоге смеха мы смеемся, и наше тело получает гормоны радости. Но единственное, по-разному смеемся. И всегда видна разная техника, да, вернее, когда просто мы смеемся, у нас техники нет, мы также смеемся, когда мы смотрим кинокомедии, а когда мы смеемся при йоге смеха, это настоящая тренировка для вентиляции, для разогрева наших легких, нашего организма, то есть это целебный смех – это более комплексное воздействие на все наши органы, потому что йога смеха – это прежде всего длинный выдох, это усиление кровообращения, это прокачка пресса, это поступление кислорода к мозгу, к различным нашим органам, да? Это профилактика деменции и многих там, других заболеваний, это, наоборот, укрепление памяти, это наша творчество, это наша креативность и прокачка наших лидерских качеств. Поэтому, друзья, мы смеемся здесь по правилам, и мы смеемся не потому, что нам смешно, а мы смеемся, потому что мы тренируемся как в спортзале, поэтому уходит лишний вес. Это и фейсбилдинг, потому что мышцы прокачиваются наоборот, да, это более широко раскрываются наши легкие, мы хорошо набираем кислорода, да, и это развитие эмоционального интеллекта, и в конечном итоге это служит миру во всем мире. И начиная смеяться специально, потом это переходит в естественный смех, потому что йога смеха, она подразумевает различные практики, игры, техники. И сейчас мы выключим в себе взрослого, да, берем ключик и поворачиваем и далеко-далеко кидаем со смехом. Хорошо. А теперь берем детский ключик, вставляем детский ключик. Будьте как дети, всегда радуйтесь, сказано в Священном Писании. Поворачиваем, включаем. И давайте детским смехом посмеемся. Молодцы, молодцы, хорошо. И давайте сделаем приветственный вдох этому утру. Давайте берем в себя вот эту свежесть. Утром самый чистый, самый классный воздух. Вдох. Подержим, подержим, задержим животики. Погладим животик по часовой стрелочке. Улыбочка у нас. Да, обязательно при всех наших упражнениях. Выдох. И набираем мы именно в животик воздух. Плечи опущены. Грудь, плечи на месте. И вдох, животик. Задержали. Погладили по часовой стрелочке наши животики. Все, запустили обменные процессы. Выдох. И давайте станем еще на носочки повыше. Постоим, вдох. И стоим, 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 стоим. Держим, держим, держим. Выдох, молодцы. Ну, давайте немножечко разомнемся с вами. Ушками потянемся к плечикам. Улыбка у нас не снимается. Да, улыбка. Голова покатилась и в обратную сторону. Да. Плечики назад, вперед. Назад, вперед. Теперь руки назад. Три, четыре, вперед. Раз, два, три, четыре. Теперь одна вперед, другая назад. Да. Вот сейчас у нас идет техника правого-левого полушария. Да, то есть они вот здесь встречаются. Привет, и разошлись. Одна рука вперед, другая назад. Да. И обратно. Раз, два, три, четыре. Раз. Если у кого-то не получается, дома, пожалуйста, медленно, медленно это все разучите, пока у вас не будет результата. Повесили локоточки. Локоточки у нас сейчас и плечи на месте, а только предплечье работает назад. Крутим.
Улыбочки. И вперед. И включаем смех. Назад. И к себе. Все хорошее привлекаем. Все плохое убираем от себя. Болезни, обидки, печальки. Все хорошее, радость, счастье, здоровье, финансы, все к себе. По одной. Так. И вот. Получается, видите, вот у нас тут прямой угол. И только предплечье. Да. Хорошо, молодцы, молодцы. Ну и сейчас мы с вами будем пить коктейль радости, да? И мы с вами достаем наш кубок и набираем туда все краски радуги, всю радость Божьей улыбки. Набираем, хорошо-хорошо разбалтываем и говорим: Господь, принимаем Твои благословения в виде здоровья, в виде счастья, исцеления, радости, всего самого доброго. И вот это все хорошо размешиваем, и будем пить и смеяться. И поехали, вдох. Три ротики. И... И еще раз размешали, вдох, шире ротики. Ой, классно, кто-то так заразительно-заразительно смеется. И уже наш пошел смех заразительный, да. И еще громко, громко включаем микрофон. А сейчас длинный, длинный смех. А сейчас громкий, широко открываем рот и длинный смех. Так, у кого-то придыхание, кто-то ахахахаха и берет вдох. Наверное, это со смеха заявки человек, да? Смотрите, вот кто у нас сейчас, ахахахаха. Смотрите, ребята. Ребята, есть умение смеяться, есть умение слушать. Смотрите, кто-то сейчас вот смеется, я слышу. Ахахахахахахаха, ахахахаха. А где шепотный смех? То есть, если вы смеетесь только со звуком, это говорит, что у вас звук, голос прерывается, то есть выдох прерывается. То есть вы аха-ха-ха-ха и делаете вдох. А нам надо аха-ха-ха-ха, когда вы все выдохнули, потом беззвучно. Вот те, кто ходят давно, они уже знают, что выдох должен быть длинный-длинный-длинный. Почему? Именно тогда мы полностью выдыхаем из себя все ненужное и... освобождаются наши легкие, и потом жадный глубокий вдох. Мы вместо 1 литра, как при обычном смехе, мы берем 4 литра, то есть идет прокачка наших легких. И лучше идет вообще циркуляция крови, поступление кислорода к мозгу, к сердцу, хорошо? Поэтому давайте у нас будет длинный смех, переходящий, потом голоса нет, а мы еще выдыхаем беззвучно, хорошо? И не делаем вдох, пока полностью не выдохнем, пока вот прям вот задыхаться не начнем, тогда только распахиваем наши легкие. Хорошо? Еще раз вдох. И... Еще... Еще, а? Ха-ха-ха!
Хорошо, молодцы. И нашу считалочку попрыгаем, хорошо, хорошо разогреваем наши ладошки, да? Разогрели и будем широко, широко ими вот так бить. И наша международная считалочка. Поехали, прыгаем выше. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да. Лучший день, лучший день. Да, миру мир, миру мир. Да, потянулись, 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 потянулись. А, хорошо. И сейчас мы сделаем с вами гусеницу. А как гусеница ползет? Помните, летом мы делали волну. Говорю, лето, сегодня последний день лета. Печалька, да? И как же волна идет? Вот так. И сейчас мы с вами сделаем гусеницу. Ну-ка, вдох. И поехали. И вот так ползет гусеница. Вот так себя разминаем. Каждый позвоночник. Ой. И вот так. Да. Хорошо, хорошо, еще закатываемся. Вот так. И тут гусеница видит вкусный-вкусный листик и начинает его кушать, и она не знает, что это смехолистик. И сейчас кушаем смехолистик и смеемся. И другой листик взяла. Он еще веселее. Мы одеваем улыбку, прям вот как очки, чтобы она широко-широко, рот до ушей, вот так вот. И когда мы смеемся, она широко открывается рот, улыбка не сходит, и улыбка у нас всегда. И вообще мы ее одели, вспомните, мы выключили взрослого, и мы целый день улыбаемся. Мы с вами солнышко, да? И сейчас мы превращаемся в солнышко, делаем лучики. И будем так смеяться, чтобы слышала вся земля, обогревать все города, все страны, чтобы быстрее люди становились все счастливыми, добрыми, веселыми, и чтобы был мир во всем мире. Ну-ка, солнышки, зажгитесь, вдох, громко, и... Громче, и... Посветили на Россию, посветили на Америку, посветили на все, на все, на все страны, сами называйте, везде, везде у нас мир, добро, везде, везде. Помяем людей радостью, добром. Молодцы, молодцы. А сейчас мы с вами пойдем в парк, пойдем в парк. А там вот такие вот лошадки. И мы сейчас с вами садимся на лошадку верхом, и скачем, скачем, то где находится, и делаем хо-хо-хо-хо-хо, и смеемся на хо-хо. Хорошо? И го-го, и смеемся на хо-хо. И приготовились, вдох, поскакали. Наша считалочка. Хо-хо, ха-ха-ха,
Лучший день, лучший день, да, лучший день, миру мир, да. Миру мир, да. Потянемся, вдох. Еще раз вдох. Хорошо. А сейчас мы с вами будем кататься в парке на машинках. И знаете, вот такие машинки. У меня тут даже машинка. И мы в парке. Вот эти вот машинки, которые с резиновой окантовкой, да? И мы будем ездить и в друг друга врезаться. Будем друг друга врезаться и смеяться. Хорошо? И тело в дело. Больше жизни включайте. И... приготовились, взяли руль, сели в машинку, и нажимаем на газ, поехали, а? Смеемся громче, громче. Качается, да, когда мы двигаемся и смеемся. Чувствуете? Килокалории уходят, а стройность приходит. О, вдох. Как классно на машинках покатались, да? Вдох. И дома вот так можете представлять, что вы на машинках и с вашими детками, внучатами катаетесь и толкаетесь. Хорошо, друзья. А сейчас вот мне так стало жарко. Хочется водички попить, хочется водную процедуру принять. Да? И я думаю, что все из вас обливаются, потому что это одна из наших частей волшебных упражнений. А самое главное, это, конечно же, наш смех. И Владимир Довган – это амбассадор йоги смеха в России. После него появились новые амбассадоры. И Митя Ефимов, Алексей Мечев, его супруга. Появляются больше и больше. И пусть смеющихся людей будет действительно на самом деле больше. И, ребята, это первая ступень. Я рекомендую всем пройти все 8 упражнений. Кто прошел, повторить еще не раз. И, конечно же, приглашать тоже людей. И я всегда на йоге смеха об этом говорю. Поэтому, друзья, приглашайте сюда всех новичков. И пусть они и смеются каждый день. Добавляйте их в наш чат йога смеха. У кого нет нашего чата, Ирочка Кулинченко, попрошу тебя сбрось в чат ссылку. Добавляйтесь туда. И добавляйте туда всех своих кандидатов. И причем мы, йога смеха, это не имеет разниц, границ никаких ни в религии, ни в политике. Ни в чем, поэтому добавляйте всех, это больше у нас жест и смех, да, вот. Ну, а сейчас я хочу, мне так жарко, так разогрелось, я хочу всем вам пожелать здоровья и счастья, да, и хочу, чтобы вы потом тоже это все сделали, да, мы сейчас с вами обольемся и посмеемся. Так вот, когда вы будете выливать воду со словами благодарности, да, здоровья, мы после этого смеемся. Можете после этого включать музыку и танцевать, да. А я сейчас вот приготовила ведро, на нем тоже написано «Любовь и благодарность». И приготовились. Сейчас будем смеяться вместе со мной, хорошо? Раз, два, три. Всем здоровья, счастья! А это заряжена водичка, потому что вода имеет структуру, имеет память. Поэтому мы сейчас вот этой вот водичкой хорошо-хорошо давайте разотрем. Вот так разотрем нашу голову, да, волосики так, пошли густыми, шелковыми. Хорошо-хорошо ушки разотрем, да.
мозг помассируем, чтобы он был гибким, эластичным, пластичным, да. И вот эту целебную водичку вот так, хорошо, хорошо, растираем, делаем такой массаж и смеемся. Пожелаем всем здоровья и счастья. Полочку разбиваем, разбиваем, да, у нас тут ничего не откладывалось, чтобы ни жиринки не было, чтобы спинка была ровная, да. Берем ручку, так, тихо, вверх. Работали. Вот так. И смеемся, смеемся. Снизу вверх подобрали, да, чтобы никаких фартуков, никого не отрастало. Вот такой вот хороший массаж, да. И попы свои тоже наказали, балованные, непослушные, как у всех детей, да. И ножки хорошо, хорошо прокачали, и вот так простучали, разогрели, еще. Как смайлик такой. И эмблема вот такая тоже, видите? О, знаете, когда обливаешься, так чувствуешь себя бодрячком. Вот так все классно, потому что вы смываете с себя усталость, смываете с себя там все какие-то тяготы, печальки, проблемы, все смываете и наполняетесь энергией, все вот такое космическое. У меня ведро стояло вообще во дворе под открытым небом и заряжалась. И у кого есть балкончик, тоже можете это делать. И сейчас давайте с вами возьмем водички. Возьмем водички. И водичка должна быть немножко горячая, можно с лимончиком. И скажем, я желаю тебе здоровья и счастья. Я желаю всем здоровья и счастья. Всем здоровья и счастья. Я здоровая, красивая, молодая. Молодая. Я красивая и молодая. Я победитель, лидер с большой буквы, да. Я лидер большой буквы, ура! Я лучший Большой. метафизик, да. За мной идут много единомышленников. Много единомышленников. Моя команда растет не по дням, а по часам. Да. Да. По часам. Моя команда международно планетарного размаха. И мы смеемся вместе каждое утро в 8 часов по Москве. Мы вместе смеемся с нашей командой. Мы заряжаемся на успех, и потом наш день продуктивный, да. Я победитель, я лидер. Я победитель, я лидер. Молодцы, хорошо. Давайте с вами теперь пропоем буковку А, да? И букву А мы широко открываем рот. А, проверяем, сколько косточек у нас помещается. Чем больше, тем лучше. Да. А, и сейчас мы набираем вдох, животик. И поехали с улыбкой. Тянем, тянем, тянем. И что мы помним, что когда у нас не хватает голоса, мы все равно выдыхаем беззвучно, да? Это очень важно. Хорошо, сейчас звук О. Готовились, вдох.
Хорошо. Вот сейчас пошло откашливание, да, слышу. Откашливание – это тоже инструмент йоги смеха. То есть три инструмента. Но помимо игротехник, там пальчиковая гимнастика, а именно вот для дыхания. Йога – это пранаяма, это дыхание. И три инструмента – это смех, это пропевание гласных звуков и откашливание. Вот слышу, что сейчас вот у кого-то уже пошла хрипотца, откашливание, поэтому мы также откашливаемся долго-долго-долго, сплёвываем мокроту, слизь, всё ненужное, избавляемся от этого, хорошо? И делайте это в процессе всегда, когда вам захочется. Во время смеха, во время пропевания голосовых слушаем свой организм. И сейчас вдох. И... Ещё раз вдох, долго-долго. Еще раз вдох. Откашливаемся. Отдали себя лимфу, разогнали кровообращение, видите, легкие, и сам организм просится избавиться от всего ненужного. Еще раз вдох. Плечи не поднимали. Молодцы! Кто молодцы? Мы молодцы! Да! А сейчас на букву О встанем на носочки и добавим М. Когда добавляем М, вот тут должно быть щекотно, губки у нас расслаблены, да? У кого заложен носик, будет открываться все регистры, откладывать, все будет хорошо, носик будет дышать. Итак, вдох. Постоим на носочках немножко. И поехали. Получается, чтобы вот тут шикарно было, да? Хорошо, да, да. Давайте еще раз теперь сделаем аум. Хорошо? Встали на носочки, вдох. Аум. Длинный, длинный выдох. Это на одном выдохе. Кто-то уже дважды или трижды успел сделать, да? А мы стараемся на одном выдохе это все делать, тянуть, тянуть столько, пока вот прямо вот дышать нечем будет. Вот только тогда мы начинаем дышать, делать новый вдох. Хорошо. Звук У. Вдох. Видите, можно делать низкими, можно делать высокими. Вот здесь вы тоже прокачиваете свое горлышко и можете сами играть. Можно вообще на одной ноте менять. Вот сейчас мы с вами это сделаем. Так, а, о, у, э. И мы сейчас сделаем э. И будем тянуть. Хорошо? Вдох. Откашливаться еще если хочется, давайте вдох. Прям стеночку толкаем. Хорошо. А теперь и... И начнем петь и, и на и просмеемся немножко. И вдох. И,
И просмеемся, да? Сейчас уже и поем тоненько. И на и просмеемся, как бабки-ёшки, хорошо? Вдох. И смеемся на букву и. Как бабки-ёшки, тоненько. Молодцы. И даже буква «Я». Я победитель, я лидер, я триумфатор, я исторический герой. Я триумфатор. И вдох на букву «Я». Сейчас поем звук и потом смеемся. Вдох. Я. Я. Смеемся, смеемся громко и. Во имя мира во всем мире громко, громко и. А теперь, друзья, кому как хочется, смеемся на все буквы, которые мы пропели, пока не отключится, хорошо? А завтра сюда приходите с друзьями. Если Ирочка Кулинченко скинула в чат наш ссылку «Йога смеха», то сейчас прям кликните, посмотрите и добавляйтесь. Завтра приходите с друзьями, чтобы нас становилось больше. Давайте способствовать тому, чтобы не только мы принимали радость, а чтобы у нас, как лучики солнышка, мы сегодня были, да, чтобы мы это раздавали. И смеемся на разные-разные буквы. На А, на О, на У. И... И такой смехоком. И все мы в одном кружке смехоком вместе смеемся, друг друга заряжаем, собираемся. О-хо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 -х
Обнимаем, обнимаем друг друга крепко-крепко. И превратились в одно большое сердце. Это сердце раскрывается всему миру сердце направляем и радость.